В настоящий момент в здании Новогородковской школы проводится полный демонтаж всех старых конструкций и коммуникаций. Кроме того, планом капитального ремонта предусмотрено усиление конструкции фундамента, все отделочные работы и, наконец, оснащение всем необходимым для обеспечения учебного процесса. Открытие школы в поселке Новый Городок ждут с нетерпением. Школа важна, это военный городок, она важна и для самих жителей, и в первую очередь для детей. Сегодня школа является социокультурным центром всего городка. Здесь занимались и будут заниматься не только дети, но и взрослые. Это и спортивные какие-то секции и так далее. В рамках партийного проекта «Народный контроль» депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинспектировал объект и дал оценку текущим работам. Тут нужен глаз да глаз за этим объектом, чтобы здесь у нас ничего не сорвалось, потому что очень масштабный большой предстоит объем капитального ремонта. Конечно, сейчас мы только в самой начальной фазе. По прогнозам, уже 1 сентября 2020 года более 600 детей смогут пойти в свою школу в старых стенах, но с качественным новым наполнением. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».